Там нормаль, там нормаль, ребята. Это камбала, ребята. Это я точно не вставлю. Отпускаем? Да, ну конечно. Давай. Рыбаки спортсмены. Давай. Ребята, глубина небольшая, поэтому я думаю уйдет. Он не надышался. О, та ты шо. Ну что, гратулеры. Поздравляю вас с крещением Норвегии. Привет, друзья, канал Рыбакас. Ну что, у нас сегодня уникальный выпуск. Сегодня приехала семья земляков. И мы сегодня на первой, по сути, ну, совместной рыбалке. Дима, Наташа, Марина. Вы там чайку, кофейку заварите и усаживайтесь поудобнее. И приятного просмотра. Я сам забыл, поэтому буду страдать. А завтра привезу нормально. Не, нормалек, нормалек. Так, у нас есть первая рыба, ребят. Сошла? Бывает. Так, у Димы рыбка. Сайда. Алюрчик. Люревич. Да, иди сюда, дружбанчик. Ну, тут вчера Марины в два раза больше. Ага. Дуралейчик. Ну, есть. Вот, смотри, чем отличается. А у люра, видишь, подбородок вообще жестко высунут. У сайда вот так ровненько. И она более светлая, и вот эта линия идет ровно до зеберной крышки. Вот таких мы ловим. А у этого поднимается в бок вот так. Опаньки. А вот это вот, смотри, сайдочка была. Вон. Да. Это сайдочка. Таких много было, они меленькие были. Класс, класс, класс. Что, Наташа, выпускаем? Да, ну, я не знаю. Один из вкусных размеров, кстати. Давай. Вот она, вот она, вот она, ребята. Вот она. А и у меня рыба, ребята. Мы нашли, короче. Привез ребят на свое проверенное место, где меня опять догнал. Смотри, я опять хороший. Хороший? Да, 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 да. Да, я не знаю, но у тебя зачет идет. Не, сиди, зараза дурная. Это хороший, да. Подсак надо достать. Да. Высадим. Блин, у меня тоже кабан сидит, смотри. Это хорошо сделать. Куда выпустить? Нет, уже надо цепить. Спацака его просто достань. Так. Дима тащит зачет. У меня кило на 2-3 тоже сидит на. О, этот побольше, да. Этот... О, это четвёха, ребята. Ёлка, вообще слово. Ха-ха, вот, ну слава богу, я спокоен теперь. Я думаю, что я за это самое показыватель мест такой. А это места, где жена по 5,5 ловила, и вот они. Да, они тут. Да, это, слушай, это по четверочку. Смотрите, и мой люр ждет. Смотри, ала. И все одновременно. Они стаи идут, а это стайная рыба, да, она охотится. Фоточку, да. Подписчикам. Ты сойдешь или нет, глянь, то их не найдешь. Ну, видишь, родные места они как бы помогают. Этого надо. Порол, конечно. Ну, этого, может, и брать надо. Хочешь, давай ты позанимай. На, на. Наташ, на. Только под левую руку идет. Ничего страшного. Пойдет? Она не сильно ловит, поэтому ей будет все равно. Ты что, левша? Я левша, да. Так, тут я снимаю. Надо какой-то... Там зачет идет. Это удилище с тестом до 80 грамм, и оно его так гнет. Но не форсируй, не форсируй. Не горсю, да. Вот вам норвежская наконец-то рыбалка. И так интересно, плавали в одном месте. Да, 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 стая. Вот я же говорю, вот здесь есть свал, вот на котором они стоят, и я тут уже второй год пасусь. Там нормаль. Там нормаль, ребята. Ну да, там хорош рыб. Там хорош. Уху, это. Это оно, ребята. Все, не подтягивай, не подтягивай. Даже подсак нужен уже, ребят. Подашь подсак? Подай подсак. Сейчас. Хватай его, подсак. Можешь? Подниз его. Давай. Ребята, вот она, рыбалочка в Норвегии, давай. Есть места. Так? Так, не-не, мотать не надо сейчас, ни в коем случае, надо отпускать. Отпускай, надо отпускать, то что сейчас поднимай, сломается спиннинг. Поднимай. А ты сможешь и эту самую катушку от... Сейчас спиннинг лопнет. Не, слава богу. Так, все, ребята, это, блин, это пятёха. Ух ты, блин, нет, больше. Больше?
Какая пятёха? Это не пятёха, это больше. Слушай, Дима, это фоточка. Это да. Вот это что? Его невозможно было поднять. Так. Это Наташа на работу, да? Ну это... Это совместно. Тут вся команда трудилась. Это твоя. Не-не-не, я просто, кстати, он засекся, пока я помогал пацакам. Эта дураха влетела на пассиве. Можешь делать ту же картину, или мы его отпускаем, как у тебя? Да отпустим, он нормально, он не за это, не пострадал. Отпускаем? Да, ну конечно, мы же рыбаки-спортсмены. Давай. Ребята, глубина небольшая, поэтому, я думаю, уйдет, он не надышался. О, та ты шо. Ну шо, гратулеры, поздравляю вас с крещением Норвегии. Оно, да? Ну что, приключения продолжаются, ребята. Пришли в это шикарное место. Одногруппник подсказал, что здесь ловится камбала. Ну да, мы с вами приезжали сюда уже два раза. Был выпуск, и камбала здесь действительно ловилась. Но под лето она начинает активизироваться. Посмотрите, какая невероятная красота. Взяли донки, взяли креветку. Ребята, Дима, Наташа, Марина. Уже Дима раскладывается. Сейчас сделаем вот здесь вот гриль. Это общественные места, где можно тусить, отдыхать и так далее. Вид на наш родной центр нашей коммуны Емнес. Вот. Это такой тупиковый, значит, фьорд. Туда идет река красиво, Сеттер Эльва. В Норвегии, ребят, уже почти месяц нет дождей. Аномальная жара, поэтому маленькие реки попересыхали. Снег с гор сошел, видите. И поэтому здесь буквально... Мы гуляли в прошлый раз, было очень много воды, бурлило. То есть вода доходит там до 2 метров в некоторых точках глубины. Вот сейчас мы видим вот такой вот ручеек, но тем не менее, где-то здесь живет форель. Мы ее пытаемся также увидеть. Ну и просто офигенно красивый маршрут. Вот, ну и туда пошли мы, по сути, налево. Вот так вот красиво. Раскладываемся, в общем, и рыбачим. Какая рыбалка без креветки, ребят. Поэтому... Вот такая красивая креветочка. Вы там хайпуйте, конечно же, пишите, что сам бы ел. Ну, а мы ее наживляем, потому что всего $7 в килограмм, если брать оптом. Пока Дима ставит на креветку донку, я прикупил вот таких, ребят, пилькерочков. У меня вот этот синий был. Отлично работает. Я их по динарке покупал, а тут прям целый наборчик. Его же и поставлю. Я думаю, если здесь есть форель, сейчас проверим. Ну что ж. Первый заброс. Не, я пока по спиннингу, да. Тут может быть заходить, да, тоже и форелька. Здесь, когда сбежал с Авероя, с Лероя сбежало 5000 лосося, вот здесь вот просто дельфины выматывались один за одним. И даже ребята и здесь ловили, с той стороны по несколько штук за рыбалку по 8 килограмм лососем. Вот. Но он, понятно, был кормовой этот с фермы. И здесь он в эту заводь как зашел, мы стоим вот так, пу-пу, знаешь, он так прям выскакивает и на хвосте, знаешь, как у Димы поклевка. Есть рыба. Ха-ха-ха. Так. Интересненько. Класс. Приятно. Смотри, как на фидер почти сидишь, да, на кресле. Угу. Поклевка, засек, кто-то идет. По ощущениям? Ощущениям рыба. Рыба, это уже хорошо, да. Ну, камбала, она не тусит, походу, это не камбала. Увела тебя. Да-да-да, это... Кто-то будет. Это камбала. Это камбала, ребята! И я очень... Вот. Гратулеры. А покажи, пожалуйста, на камеру зрителям. Ребята, небольшая, но естественная нормальная камбала. Отлично. Поздравляю. Супер. Не зря привез, ребят. Дима, спасибо за место. Кстати, тоже тезка. Смотрит всегда выпуски. Вот. Мы никому про него не расскажем, Дим. Вот. Но рыба тут есть. Так, ребятушки. Пока... Камбалка там уже ловится. Сейчас сделаем грилек. Сделаем натуральные хот-доги на гриле. Перекусим с вами. Многие спрашивают, просят готовочку. Я думаю, будет вкусно. Вот у нас на часах 9:30 вечера. Смотрите, какая красота невероятная. Вот такая красота, ребята, получается. Сейчас немножко... Времени немного, поэтому углей я не ждал. В таком режиме экшен жарим сосисочки. Вот, уже подсушиваем немножко хлебец. И получается вот такая замечательная красота. Думаю, будет вкусно. Так, Дима тащит рыбу, пока я там сосиски жарю. Достал?
А что за рыба? О, гратулеры, где? О, давайте сделаешь это? Да. Назад ее. Красивенько. Хочешь отпустить? Это отпускная, да? Ну да, это маленькая, это детеныш. Если хочешь, конечно. Да, конечно. Это интересно. Она не колючая, ничего? Не-не-не, она добрая, хорошая рыба. Только хищная. Добрая, красивая, страшная. Да. И давай, плыви, в следующий год увидимся. Та ушла как и вообще. И приглашаю вас. Ребят, так вкусно было, что я начал есть. Аппетитно выглядело. И вам не показал. Короче, конечный результат. Поджаристые темные сосиски. Это я точно не вставлю. Вот. Да, короче, очень вкусные сосиски. Так что вы там чайку с кофейку. У нас еще есть время. Уже две камбалки есть. Сейчас будем долавливать. Я рассмешил некорректной шуткой, которую, к сожалению, я вам не ставлю. А что-то мелко. Ребята, смотрите, что происходит. Это точно не форель. Это либо люр идет, либо скумбрия. Пойдем посмотрим, что там гадать. Она с понтона видно будет. Вот она идет сюда. Сразу пробую, ребят. Кто это? Зашла стая чего-то. Либо это сайда очень активно выбивает малькам. Либо скумбрия. Вполне возможно. Нет. Ребят, недавно выкладывал одногруппник. Зашла куча скумбрии. Просто огромная стая. Я вам, может, савочку сделаю. В Англик. И говорит, вот с этой просто многосотен штуковой скумбрии он поймал всего одну. Бросаешь шпилькер в воду по ней, она разбегается, но не клюет. То же самое походу сейчас. То есть вот я бросаю, либо это люр, либо скумбрия, не пойму. Котлы такие более спокойные, обычно скумбрия более мощная. Более она бурлит. Но фигу, интересно. Ставлю сейчас вот такую силиконку, попробую пробивать дно. И еще поставлю на камбалку. На камбалку. Проверим. Опа! Хорошо улетает. Очередной заброс. Приманка, которая работает. Пока не работает. Медленная проводка. Ложу на дно и буквально сантиметров, наверное, 50 от дна стараюсь тащить. Собирая пассивную треску. Но пока ее нет. Прямо под самым берегом. Просто. Ах, сошла, ё-ма, хорошая рыба была. Хорошая. Прям фрикцион трещал. Ёшкин-кошкин. Вот тут прям лупануло. Куча рыбы пошло. Причем быстро, смотри, продолжается движ. Я не вижу. Темно. Глянь, вот это похоже на скумбрию, блин. Да. Глянь. Марина тащит рыбку, иди мы поклевка. У нас уже смеркалось. Все зрители во внимании. Полуночная рыба. Тык, тык, тык. Мама ходит, ты куда? Класс. Что-то? Это не камбала, это что-то другое. О, камбалка. И... Это совсем ребенок. Это малышка. Ребенок. Да, ну ты ее знаешь, что с ней делать, да? Да. Не сильно заживала. Ребята, видите, камбалюк. Покажешь, пожалуйста, ее. Угу. Вот такая лапочка. Угу. Чуть больше, чем предыдущая, да? Такие... Но еще это самое. Не пробило ей голову, не? Пробило ей мозг. Наверное, все ей, да. Рыбу можно брать любую, если она потенциально уже не выживет. Ну, так, а что... Ну, собирайте, да. Все поставили креветки, и сейчас, ребята, сидим, ловим. Причем спиннинги держим в руках, потому что подматываем часто. Возможно, уже темнеет и рыбка плохо видит. Поэтому будем делать презентацию приманки на дне. Вот видите, такая идет полупроводочная технология. Она не камбала, это что-то... Что-то зачетное, да? Ну, чуть покрупнее, что-то тянет. Со второго раза у Димы раз поклевала, сейчас второй раз. Может, реально палтус. Мы обсуждаем, что я с палтуса в свое время на донку поймал. Конечно, палтус, ни хера себе. Нормалек, да? Упирается. Да, глянь, повело, смотри. Не, хорошая камбала. А, не. Да. Камбала? Да. А что? Слушай, так не хорошая камбала. А не знаю, что так тянуло. Может, сошла, может, вторая была. Может. Что тут за дети нам выдают? Опа! Поклевка была хорош, прям в руку. Да? Никого нет, да? Не, никого. Ну, поклевка была прям класс.
Вот это мы отпускаем, да? Угу. Видите, ребят, детеныш вот такой милый. Вон, смотрите, с этим, с молоками. С молоками, да, иди давай, доись. Иди. Опа, и ушел красиво.